Всем привет! Сегодня поговорим о том, как поставить зорин с установленным на нем балаболкой с флешки на жесткий диск. И уже на жестком диске о нюансах дальнейшей поднастройки балаболки. Итак, я нахожусь на флешке. И вот смотрю, у меня свободного местечка, где-то 93 гигабайта. Ну, давайте так. Допустим, я хочу создать корневой и домашние разделы. Так вот, для создания корневого раздела мне достаточно там 25, там 20 гигабайт, ну, до 30. Ну, возьмем серединку. Вот 25 умножить на 1024 равно. Вот 25600. Вот мы берем это число. Копируем. Затем идем вот сюда вот в разметку. Новый. И вот вместо этого числа мы вставляем новый размер. Тут я ничего такого делать больше не буду. Добавить. Ну и под домашний раздел я могу сделать те же 74 гигабайта, просто оставшиеся отформатировать их в формате Extension 4. Вот практически и все. Вы можете делать любой другой размер, зависит от вашего жесткого диска, от его размеров. Видите, вот здесь написано MS-DOS. Вот. Вид, информация об устройстве. Вначале запускается так. Если хотите узнать, какой у вас диск, вот, пожалуйста, MS-DOS. Если у вас диск GPT, то вам надо будет создать еще один дополнительный раздел, загрузочный размером 256, там 512 гигабайт, в файловой системе FAT32 и дать ему флажочек. Вот такой вот ESP или boot ESP. Смотрите сами. Итак, я сделал два раздела. Вот. Теперь, значит, нужно привести все это дело в исполнение. Нажимаем на кнопочку исполнения желаний. И пусть все эти изменения применятся. Ну вот, все сделано. Закрываем. Сейчас сведения о разделах обновятся. И мы увидим названия разделов, какие им присвоит система. 11 и 12 разделы – это вот наши разделы, на которые мы будем устанавливать Zorin 12.4 с балаболкой. Ну что, устанавливать будем программой SystemBug. Большинство авторских сборок моих сделаны с установщиком SystemBug. Вот на него нажимаем. Появляется табличка. Ну, здесь я иду вот таким вот образом. Я хочу скопировать мою сборку с именем пользователя user и с паролем единичка. Если вы хотите, чтобы у вас было имя пользователя другое, вот заводите здесь свое имя, фамилию. Здесь, значит, там кличку пользователя. Заводите пароли, свое название компьютера, который вы хотите дать. Нажимаете вперед и попадаете
абсолютно сюда же, вот, куда у меня уже идет предустановленное имя. Ну, вот здесь вот я только возьму swap файл, значит, подсоединю его. Точка монтировки. Swap, вот. Зеленую стрелочку нажимаю. Видите, появился крестик. Затем 11 раздел. Точка монтирования. Корневая. Нажимаем зеленую стрелочку. И домашний раздел. Вот он, Home. Зеленую стрелочку. Вот на дисках MS-DOS обычно этого бывает достаточно. Нажимаем кнопочку Next. Start. Ну и засекаем 8.23. Мы начали. Я сейчас запись приостановлю. А потом посмотрим, насколько мы закончим. Итак, установка закончилась. Сейчас 8.30, начинали мы 8.23. Ну вот, 7 минут длилось. Теперь, значит, я перезагружусь и уже вот покажу, что нужно делать на жестком диске, какие дальнейшие сделать поднастройки, чтобы балаболка нормально работала. Кстати, еще раз проверим флаги. Вот здесь вот должен стоять флаг EBOOT ESP. Вот я сейчас посмотрю управление флагами. И вот здесь я отмечу boot. И ESP. Вот так вот должно быть отмечено. Закрываем. Теперь дождемся, когда разделы обновятся. Видите, boot ESP. Хорошо, теперь попробуем перезагрузиться и стартовать с жесткого диска. Итак, я загрузился с таблицы с жесткого диска. Вот мой жесткий диск. Вот я нажму на вид информации об устройстве. Еще раз посмотрим, что у меня жесткий диск с таблицей разделов MS-DOS. Вот подключен swap файл. Это видно вот здесь вот. Подключен расширенный раздел, и на нем вот такие вот две маленькие точечки. Вот корень и home. То есть корневой и домашние разделы. Вот такие малюсенькие точечки здесь видны. То есть, да, действительно, я нахожусь на жестком разделе, значит, причем вот флаги у меня выставлены, видите, boot ESP, это флаги загрузки. Вот практически и все. Теперь какие же возникают нюансы при, значит, настройке балаболки, когда вот вы с флешки установили ее на жесткий диск, вот этот изообраз. Значит, здесь обычно всегда нужно переустанавливать голоса, а иногда и саму балаболку. Вот пойдем сюда. Нажмем на значок браузера Web Chromium. И вот здесь вот я у меня название моего сайта, у вас под роликом оно всегда будет. И по нему нужно вот зайти
на мою кладовочку на крок. Так вот, можно пойти прямо в Linux сборки мои, зайти вот так ползунком вниз в Zorin. Вот простая сборка Зорина, вот сборка Зорина с балаболкой, а вот небольшой довесочек архивированный мы скачаем. Балаболка семерка Z. Скачаем его. Вот он пусть себе и качается. Закачанный. А теперь будем его разархивировать. Значит, вот здесь вот правой кнопкой распаковать сюда. Вот пусть он себе и распаковывает. А этот можно уже убрать. Так, открываем эту папочку. Значит, ну, давайте так. Я, значит, поставлю русский голос Николай, а затем я поставлю Катерину и балаболку самого. А хотя могу и поставить это в любой последовательности. Ну, давайте попробуем вот так вот. Поставим русский голос Николай. Вот здесь я нажимаю на починить, repair. Закрываем. То же самое с Катериной. Тоже на починить. Закрываем. Ну, собственно, саму балаболку. Вот сетап X. Правой кнопкой также открыть с помощью Wine загрузчика. Дальше. 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 Ну, запустим. Ну вот, сразу видите, тут уже появился Николай. Нам важно еще проверить. Итак, мы откроем какую-нибудь книжечку и проверим, как читает балаболка, читает или нет. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Ну, допустим, документы, текст. Я поместил сюда часть книг, да любую. Ну, вот таким вот образом. Ну, пробежимся немножечко сюда и нажмем на кнопочку воспроизведения. Он опустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на меня. Трупы для зоны, обычное дело, нет в этом ничего удивительного. Ну, это вот так вот читает русский голос Николай. Есть еще, по-моему, был русский голос Катерина. Создание из образа. Запись его на флешку. И при записи с флешки на жесткий диск все настройки Вайна, они сохраняются. Но слетают голоса и слетает балаболка. И их приходится просто-напросто переставлять. Ну и плюс там подкачаете себе списки из интернета любых книг, которые вы любите.
и слушайте себе их на здоровье, на заднем плане, и все будет нормально. Но теперь вот частенько возникает вот такая табличка, которая мозолит глаза. Там написано Wine Menu Builder. И вот она глаза мозолит вам, да не моги. Вот смотрите, как, значит, каким жестоким способом можно это дело просто-напросто взять и убрать. Запускается файловый менеджер. Значит, иду я в Wine. Вот. Открываю папочку. Нажимаю на поиск. И вот в поиске я пишу Wine. Меню. Builder. По-моему, было Excel. Ну, легко проверить. Еще раз посмотрим название. Запустим балаболку. Где этот красавчик Wine Menu Builder XE? Что-то я его здесь не вижу. Или он уже после одного запуска исчезает? Ну, бог с ним. Но если он будет, вот таким образом его найдете и удалите эти строки в корзину. Вот и все. Но тут, по ходу дела, вот еще такая вот возникает. Красавица у вас. Можно этот линк попытаться убрать в корзину. Ну вот послушаем русский голос Катерина. Значит, его надо слушать на... Ну, я вам покажу сейчас. Вот, смотрите. Слушайте. Он опустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на трупы для зоны. Обычное дело. Нет в этом ничего удивительного. Я понимал, почему напарник торопится, не только из-за природной суетливости, но и потому, что надо бы все осмотреть. То есть здесь надо делать скорость несколько побыстрее. Но мне, честно говоря, больше всего нравится Дегала Николай. И я предпочитаю слушать Дегала Николая. Валить отсюда побыстрее. Пространство так. Ладно, пространство, сказал я. Ну, вот таким вот образом. Там к нему потом можно разные словари подгружать и прочее. Это уже по сети там поползайте, как настраивать словари Дегала и так далее. Вот. Ну, самое главное, значит, сделано. То есть у вас установилась, во-первых, сборка Зорина. На ней, значит, работает Wine и WineTrix нормально. Показателем служит того, что вот работает балаболка, нормально читает книги вслух. Ну, а где почитать и скачать книги из интернета, ну, я думаю, уж вы найдете в поисковых строках. Вот. Значит, практически, чем хороша балаболка, она читает многие форматы, там и док, и текст, там и чертов ступи, и плюс еще она умеет читать книги прямо из архивированных файлов. То есть у вас какой-нибудь большой по объему текстовый файл, там большущая книга,
Она там в zip-формате хранится, там, или там в RAR, я уж там не помню. Вот. А балаболка, она практически, ну, все современные архиваторы поддерживает, умудряется из них извлекать текст, и вы слушаете также нормально вашу книгу. Вот таким вот образом. То есть вот пару вот таких вот вещей, которые я вам хотел сказать и показать, вот они выглядят таким, значит, образом. Практически, ну что, вот, ну, сейчас очищу я корзину. Значит, практически у вас нормальный полноценный Зорин с подключенным, как говорится, Вайном, Вайнтриксами. И плюс ко всему, значит, у вас на нем установлена балаболка. Так что, пожалуйста, значит, для людей слабовидящих, для кого это проблема, пожалуйста, пользуйтесь, значит, разгружайте свои глаза, значит, так кто не может долго читать, слушайте книги вслух, значит. Желаю вам всего на этом самого доброго и до новых встреч.